Жилищная комиссия Знаурского района доводит до сведения граждан, которые подали заявление на получение жилья до 2019 года, чтобы обновили документы до 30 августа, так как по закону документы должны обновляться раз в два года. 19 год и у камени свое заявление там. Родился чино некото, удон на курак за там, что мецо некен, усендерца фекен, за там, жургедерца мокен, за там. На 30 августа, она веке, ну, так люди с руки, что мы комиссию скусом, я как с доктором. По словам Юрия Гаглоева, в списках на получение жилья значится более 200 очередников, но в первую очередь квартиры получат остро нуждающиеся в жилье граждане. Закуни с этой категории. Еще вне очередник, еще первоочередник, надеюсь, нуждающийся. Се рассмотри от кандидатам списъкта на 255-та стачи бъдат заявлените в дом. Но се рассмотри от кандидатам категорията на гъска. Заявлените там истинам 2010 года, тоз първи година. Заявлените на стил да регистрация, номер гой, най-цен с хатча гъна гъна, най-нен югъна да риска джи фарозма кана, фафръста кана, номер гой на нестъ, Орест на нести Иулдер, ме се разсмотри от кандидатам, ме се дадче стам по очередност. Очередност на нахача ги на най. Кай Юнгършева, Юнгършаджа стам, стито дорт талината дар учут върджа стам, ма гене навге, ме най некорпус Орестко шева, дуду на дърса от Орестко чок кандидатам. Между тем, строительные работы многоквартирного жилого корпуса на завершающей стадии. В сентябре строители планируют сдать дом в эксплуатацию, а уже к концу года жилье получат 18 семей. Стелла Бязарова, Фатима Чучиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.